Сегодня у нас 2 июня 2023 год. Это мы уже ближе к обеду. Первый час у нас уже пошел. Вот мы здесь продолжаем огород, который мы разработали для посадки картошки. То есть сделали канавки с помощью мотоблока окучника. Сейчас мы насыпаем опилки. Вот вчера мы показывали начало. Вот, а еще поверх опилок потом будем насыпать навоз. Ой, это, вернее, не навоз, а перегной. Уже перегнивший. Вот брат взял 2 ведра. Георгий Николаевич. И сейчас одно ведро он идет в одну сторону, насыпает. Даже больше еще, да? Угу. Ветер, видишь, с этой стороны, поэтому мне удобнее так, по ветру. Ветер, он помогает. А, ну да, он содействует. Как корабль ведет под парусами, и кто там, рулевой или капитан, он смотрит по ветру. Против ветра он не ставит, так вот и мне приходится вот так вот. Не знаю, на море я не служил. Смог ли я паруса, не смог, не знаю. А с опилочками немножко я справляюсь. Так, Валварский птичий. Вот, видите, он туда видит. Ага. Ну а что? Господь так заложил. В помощь человеку все. И дожди в помощь. И земля плод этот, как говорится, усиливает, выращивает. Мы-то только так, вспомогательное, как говорится, действие делаем. А если внутри рабочка идти, неудобно? Топтать не хочется мне его. А какая разница? Кто не знает. У каждого свое мнение. А я наоборот думаю, что эту топтать не надо. А? Нет, не надо топтать. Да, ну я так думаю. Так что делай, как делаешь. О-хо-хо, брат. Видишь, у каждого свой взгляд начинается. Да. На обыденные вещи. Где-то место в Писании говорится, что идущий осилит дорогу, идущий, то есть движение. Если вы видели по предыдущим роликам, что брат Владимир, вот на этот ремень, он мне сейчас ремень подарил, подпоясал. Я дал временно, подарил. Временно? Конечно. Вы какой я запамятливый, а я думал это... Вот. И навязывал, потом снимает. А тут он придумал карабин. Ну да, Господь, пожалуйста, умудрил. То есть, когда человек что-то делает, он обязательно или усовершенствует для улучшения, если он думает, думающий человек. Поэтому очень важно. Не просто как шаблон, как компьютер, как робот какой-то запрограммировали, он идет. Энергия есть, работает. Энергии нет, все стоит. Думает и молится еще. Думает Господь... и молится, благодарит и славит. Да. Вот в процессе работы мы видим, что в землю мы кладем удобрение. И здесь вспомнилась притча Господа. Господи, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Благослови, Господи. Не набрать, а сказать по сути, поистине. Один хозяин имел виноградник. И была смоковница. Пришел однажды хозяин. Увидел смоковницу, не дают плодов. И говорит садовнику: 3 года я хожу, и нету плодов от нее. Давай ее срубим. Садовник его упросил: господин мой, позволь мне окопать ее,
унавозить, может быть, своими словами я говорю, унавозить. И посмотрим, если она на следующий год не даст урожая, мы ее уничтожим. Так какое отношение имеет этот притча к человеку? А очень простое. Господь сказал: «Я есть лоза, а вы ветви. Без меня ничего не сможете делать». Вот когда человек начинает жить и без Господа, без молитвы, он уверен в свои силы, он уверен на помощь каких-то начальствующих или прочее-прочее, на технику, на все надеется, но без Бога этот, за это время плодов никаких не будет. И дается шанс, Господь долготерпелив, брат, поправь, пожалуйста, или добавь, многомилостив, долготерпелив, но крепко бьет. И вот шанс дает человеку, чтобы покаялся, осознал, что без Бога он ничего не сможет делать, ни хорошего, ни плохого. И не делает. И не делает. Все делает с помощью Божьей, просто он этого не хочет признать. Да. Нет благодарности Богу. Да. И вот это и унавоживание, и окопать, и полив, и сбор урожая. Без него ничего. То есть по суду, брат, дополню немножко. Да. По суду мы все достойны вечного мучения. Почему? Потому что мы Бога отвергаем, да, признавать Его величие не хотим. То, что Его дары, то, что Он дал нам здесь на земле, тоже ничего не хотим признавать. Что мы Божье творение, тоже отрицаем это все. Вот. А хотя это все, как вот в Деяниях, в 17 главе апостол Павел говорит, все мы им движемся и существуем. Богом движемся, существуем. То есть, если Бог прекращает, то есть мы все сотворены для бытия. Да. Наша душа и тело наше все сотворено для бытия. Во славу Божию. Да. Не для своих таких нужд. Для прославления своей силы, своей уверенности. Я сильный, я первый, я добегу, я достану, я это все там все. Нет. Все это временно. Бог вечен. Жизнь, она вечная, душа вечная. Поэтому без Бога никуда. И как говорится, без Бога как? Не до порога. Не до порога. Поэтому прославим Господа нашего Иисуса Христа. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших, и всех святых, помилуй нас. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Аминь! Аминь! Слава Христу!